Да, согласна, потому что у каждого свое мнение на все вещи. Кому-то это нравится, а кому-то это противоположность. Ну нет, отрицательно, поэтому советовать себе в грех. Я с этим не согласен, потому что у всех все-таки своя голова на плечах. Посоветовать можно все что угодно, решение принимать тому человеку, которому советуют. Ну, скорее всего, все-таки благодарна. Потому что надо людям помогать, советовать. Согласна, потому что сколько бы ни советовали, все равно каждый поступит так, как считает ему нужно. Ну, потому что в советах бывает ваше мнение, а мнение человека, которому вы советуете, может, у него другое мнение. Я думаю, что не нужно советовать, нужно действовать по зову своего сердца и самой решать, принимать какое-то решение. Нужно пообщаться и помочь кому-нибудь. Согласна. Каждый должен, как говорится, свое мнение иметь. Наверное, да. Человек должен сам решать все-таки. Можно дать выбор, как бы, но не совет, наверное. Смотря какие советы. Если жизненные, из опыта пройденные, то можно. А если нет, то, я думаю, нет. Тебе кажется, что так правильно, а кому-то наоборот. Ты посоветуешь, и потом он обвинит тебя, то, что ты мне неправильно посоветовал. Я тоже так думаю, то, что потом обвинят тебя, то, что ты так посоветовал, ты был. Он бы мог сделать по-другому.